Мы рады приветствовать вас на концерте Sata Kieli Singers. Tervetuloa Sata Kieli Singers -ryhmäkonserttiin. Мы будем петь рождественские и зимние песни на 9 европейских языках. Tänään me laulamme teille joulu- ja talvilauluja 9 Euroopan maista 9 kielellä. Сегодня в нашем коллективе гость из Санкт-Петербурга Андрей Шляхов. Он играет на перкуссии, в органе и обладает замечательным горловым пением. На гитаре у нас играет и басо профундо Николай Некрасов. Гитара я лауло басо Николай Некрасов. Соло вокал Яна Бочевикова. Соло лауло Яна Бочевикова. Сережа играет на музыкальном инструменте, который называется звезда. Это украинский музыкальный инструмент для зимних песен. Ja Sergei soita tähtiä. Se on ukrainalainen perinteinen joulusoitin. Меня зовут Владимир Рыщенко, я руководитель замечательного. Ja meidän johtaja Владимир Рыщенко. Мы начнем концерт с украинской рождественской песни, которая переведена на много языков, в том числе и на финский. Мы ее споем на финском языке, а в самом-самом конце мы ее споем вместе с вами. В самом конце. Я алоитамне украинавайсела йоулаула. Се он кяне вайка монелле монен киелеен, мутта ме лауламе суомекси. Ja alussa laulamme yksin itse, mutta konsertin lopussa voidaan laulaa kaikki yhdessä. Ohjelmissa on sanat myös. Андрей у нас гость, так что я иногда буду ему подсказывать, что конкретно играть в данном случае. Сейчас у тебя трудно учиться. Андрей, oh, no.
Да, тут еще есть два места, если кому-то нужно сесть, вот здесь впереди еще пара мест есть. Ну, с началом вас. Хорошо, сейчас мы поем песню из Англии. Это 17 век. Старинная рождественская песня. Was born on Christmas Day to save us.